Встаем на коньки. В парке Наташинские пруды заработал каток. Искусственный лед к услугам жителей городского округа в любую погоду, даже при плюсовой температуре. На торжественном открытии нового места притяжения люберчан побывали мои коллеги. Я умею кататься и буду приходить сюда с папой. До открытия катка считанные минуты, и взрослые дети уже на коньках с нетерпением ждут, пока техника завершит финальную заливку льда. Для люберчан это приятное и долгожданное событие, особенно для жителей северной стороны города. Раньше им приходилось ездить на стадион «Торпедо» или кататься на пруду, что не совсем безопасно. Здесь живем, на этой стороне живем, да, то есть для нас вообще это очень даже хорошо. Вот. Будем ходить, учиться. С детьми, конечно, приходить в первую очередь. Всей семьей, с детьми кататься, отдыхать. Для нас это великий подарок. Главный плюс катка – он способен работать даже до 7 градусов тепла. А при сильных морозах к услугам посетителей – теплые раздевалки, пункты продажи горячего чая. Здесь же и прокат коньков на случай, если нет своих. Катание на льду бесплатное в случае, если есть свои коньки. В прокате коньки платные, там можно уточнить стоимость. Есть защита, есть фигуристы, помощники фигуристов, есть инструкторы, которых можно привлекать. Первых посетителей катка встретили сказочные персонажи и зимние волшебники. Затем гостей поприветствовал глава городского округа Люберцы Владимир Ужицкий. Я думаю, что наш город хорошеет при всех трудностях. Я думаю, что парк, Наташинский парк, который, я думаю, такое любимое место многих люберчан, особенно кто проживает на севере, он стал более красивым, мне кажется, доступным и таким функциональным. Одними из первых лед опробовали хоккеисты. Между любительскими командами состоялся матч. Новому катку спортсмены дали высокую оценку. В Люберцах еще такого льда не было. Вот. Конечно, искусственный он по-своему своеобразный лед. Но очень замечательно. Каток работает каждый день с 10 утра до 21:30. Один сеанс длится 1,5 часа. В этом месяце и на новогодних праздниках здесь запланированы развлекательные программы и зрелищные шоу. Луиза Егиазарян, Сергей Гвоздев, Петр Пономаренко, телеканал ЛРТ.